Добрый вечер. Ростов, привет. Всем привет. Ярославль, привет. Вечерняя тренировочка. Без бороды не то, ничего. Пахарь, привет. Скоро вырастет. Майкоп, Омск, всем привет. Новгород, Нижний. Так, о, сейчас мы вам продемонстрируем. Сделал? Да. Все, свободен. Давай. Сейчас, пока. Жестко вверх. Смелее, ну, криво. Еще раз. Руки не жесткие. 16 лет девочка, кандидат мастера спорта по тяжелой атлетике. Один из лучших юных кроссфитеров России. Новосиб, привет. Там было 85 килограммов. Что у нее за футболка? Наша командная. Татьяна Федич. 13 место на опенах прошлого года. Сейчас и тяжелая атлетика, и кроссфит. Так, вот 20 место Сопанов толкает в груди. Тоже кандидат мастера спорта по тяжелой атлетике. Так, вот так как-нибудь сейчас настроим. Да нет, пока со шпаком не договорились. Футболку, будут футболки, скоро будем заказывать. Когда будут футболки, сделаем объявление. Народ у нас тренируется. Вечерняя тренировочка. Не поздно 18? Да, идти. Нет, не поздно абсолютно. Чем раньше, тем лучше, но тем не менее не поздно. Тренировок за день. Я сегодня второй раз тренироваться буду. 2 хорошо. Потихоньку. Весь день в зале, да. С 9:30 сегодня. Настраивайся. Без до 70. Мальчик, девочка, без до 70. Поправил. Ну, чуть-чуть здоровье поправил. Кушаешь хоть? Да, нет, обеды, завтрак, обед, ужин стараюсь. Что-нибудь ставить каникул. Будут проекты, конечно. И спортпита. Стараюсь пацашки подкидывать, но забываю. Как делать? Да как обычно делать, если рост высокий. Днем спите, нет, не получается. Давай, Таня, я вижу. Народ смотрит. Он здесь? Да, оно идет, вот все, что там показывает, это оно, народ смотрит. Так. Да. ВДВ. 14-летний ВДВшник. Так. Жим стоя, я сказал. Жим стоя. Не-не-не, поработай. Чё я не знаю, что? А потому что, блин, Костя нормально, а здесь уже очкуешь. Вы не видели вас. Так же хуже? Нет! 80 было очень легко. Спросите у Ромы. Но, а вот это что? Жим-жим называется. Еще раз, можно, да? Давай еще раз. Так, сделали.
Так, давай погребем 3 километра. Сам, у тебя есть, да? Все, тянемся. Все? Да, заминочку делаем. Нормально. Что-то меня тогда попутал. Бывает. А потому что тяжело вставал, поплыл. А в среду будете Настя? Да, будет. Так. Нет, это не 90, гриф женский, 85 килограмм. Ильина, нету трафарета. Какие штангетки лучше купить? Лучше вот, Adidas. Так, сделал. Да. Ну что, давай канатик. 20 канатов суммарно. Ого. Так, готово. Дальше. Тяжело? Хватит. Так. Давай сама молотом постучим. Теперь проработаем. Сотанчик. Суммарно. Есть перекись? Перекись? На бакс спроси. Давай колечки чуть еще поработает пусть. 30 выходов суммарно. Локоть здесь повредил его. Не перелом и не вывих. Как закачивать? Больше статики, ребят. Больше статики. Так. Тренировок в день. Две тренировки в день. Если сам тренируюсь, то две. А вот так вообще у нас. Как зал работает с 7 утра до 10 вечера. Так, ребят, ладно, пойду чуть-чуть разминаться. Сегодня буду кинг-конга долбить. В смысле, делать комплекс. 137 и 177 для весовой 77, это очень хорошо. Смотри, как сочетать? Так. Блин, ну тяжелая атлетика минимум раза два в неделю должна быть, а то и три. Так. Лицо юное. Так, ладно, ребят, буду пока разминаться. Еще подойду минуток через 5.
ребята, наш тренер зверь. Он забрал наши паспорта и не хочет нас отпускать оттуда. Не верьте ему. А еще он нас бьет. Бьет тем снарядом, на котором не получается. Так. Что там у нас? Бьет, значит, любит. Иди тренируйся, гонит, гонит. Ну чё, камень с дубула, конечно, намокло. Вот такую страсть вызывает тренировки. О, Норвегия, привет. Алло. Так. О, здесь уже какой-то такой. Что-то тут происходит, что-то я упустил. Так, ладно, пойду за магнезией. Было.
Ксюха, привет. Тебе Дима показывал сегодня фотки? Фотки гусара. Фу. Какой-то. Так я, оказывается, молодой. О. О, тренируюсь потихонечку. Нет, не показывал. Застой с приседом на одном весе. Либо слишком много больших весов, либо перегруз, где-то перегруз идет. Так, есть, да? Пресс на тренажере. 70 раз суммарно. На семье. Hello. Спасибо, Ксюх. Да. Все это было. А? Станция? Да. Перерыв от тренировок. Раз в год нужен. Такой, на недельку, а то и на две. Шорты элитные, Рибок. Подростку 15 лет, приседания со штангой или с палочкой над головой. Я что делать буду, однако. Ему спасибо, что он так хорошо, что он хороший такой ученик, схватывает все на лету. Приятно было работать. Так, что за спорт? Тяжелая атлетика, кроссфит, функциональное многоборье, все сразу. Он у вас занимается, начал сутулиться. Так, что фамилия, имя? Какие шорты посоветуют для тренировки? Сам. Лучше всего лосины. Лучше всего лосины, просто не фит. Тяжело лосины, велосипедки найти. Хорошо, обязательно к нему поцелую. И все-таки он про ребенка, который начал сутулиться. Не пили.
понял. Почему, если можно, обязательно обрати внимание. Да-да, я знаю. О. А. Все, здесь. Здесь еще. Там. Пойдем еще тренироваться пока. Стесняется подойти. Приветик передать. Есть онлайн тренировки? Да. Yes. На самом деле онлайн тренировки. Если уж совсем нет возможности найти тренера, то могу помочь с онлайн тренировочками. Facebook или контакт, со мной списаться, и мы что-нибудь придумаем. Через онлайн потренируемся. Я не могу привыкнуть. Владислав, если можно, гоняем. Гоняем. На самом деле, ребеночек-то прогрессирует. Не узнал сдалека. Да, мне на самом деле люди, которые меня давно знают, не всегда узнают. Я вроде каждый месяц бреюсь. Но все равно. Так, ладно, человек надо килл 150 погонять. Дома на правильном питании всем держат или всем по-разному. Да. Я вообще жру все подряд. Фу, покажу упражнение для прирастания межпозвоночной грыжи. О. Статика. Лучшее упражнение на канале Клокова есть, там в одном из первых. Сам питаюсь беспорядочно, все подряд. Так, вон мой хромой ВДВ-чник ходит. 14 лет мальчишке. Дел! Все.
какие крутики у нас в зале происходят. Очень сильно упал, ставим лайки. Лечим лайками. Да, во-во-во, смотри, чувствуешь, боль уходит. С вашими лайками уходит боль. Главное, штангу в голову не разбил. Вот. У наших нормальный чувак. По-любому. Не женатый. Он меня постоянно спрашивает, кто там у вас не женат. Да, у нас вот штанга. У всех штанга в голове и буквально в переносном смысле. Вот. Человек чуть ее не победил затылком. Фу. Так что вот такие вот темы у нас в трансляции случаются. Отдавать тяжелую атлетику. Что с позвоночником? Я сам с 12 лет выступаю по тяжелой атлетике с позвоночником. Ну, у меня была операция на позвоночник, но это как бы не спортивная травма. Там ее неудачно получил. А так, с 12 лет выступаю, на рост не влияет. У нас сам 1,89 м. Выступать, будет получаться тренироваться, буду выступать. Так, не ругаюсь, что мало времени семье уделяешь. У меня жена спортсменка, мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Сенсей. Вес 180, да. На штанге был 180 килограммов. Травма голеностопа. Как лечить? Покой. Покой, когда пару недель пройдет, может потихоньку разрабатывать. Висеть на турнике, это достаточно такое условное лечение. Главное, в начале тренировки не забывать спину хорошо закачивать, забивать. Да. Что там, на пистолеты давно не приседал. Так. Здорово. Спасибо большое. Так. В зале люкс в Москве. Так, это надо связаться
с Москвой. Так, поясница. Да нормально, пока тренируюсь, не беспокоит. Главное тренироваться. Главное тренироваться, пахать. Так. Майса вылетел. Так. Сначала восстановить подвижность сустава, растяжение, там, если рука полностью не... Как лучше ее заканчивать? Наклоны стоя через козла, статика, парашютист. Гиперэкстензии, да, да, и гиперэкстензии тоже. А по локтю сначала повернуть подвижность локтя, и потом заканчивать с маленькими весами. Ну, схема стандартная. Схема стандартная закачивания локтей, коленей и всего. Аккуратно, но всегда в полную амплитуду. Всегда работа в полную амплитуду. Так. Ваненька, пойду все поделаю. С вами приятно общаться, но надо хоть что-то когда-то делать. О, да. Вот, спрашивали, где моя борода. Вот моя борода. Дал поносить человеку. А для девочек ягодный вид? Да. А как колени качать? Разгибание. Если тренажер, разгибание, хорошо. А если нету, гирьку на ножку надели и разгибание. На что-нибудь садимся на возвышение и согнутая прямая ножка. На ней гирька, легкий вес. Да, паника, еще восьмерочку разок на грудь хапнуть и следующее упражнение начнем. В лучшей форме 270 на 2 было, на груди 250.
Да, приезжайте, потреним. Артроз плечевого сустава с отсутствием вот этой суставной жидкости. Как восстанавливаться? Это сложно. Подвижность ограничена в суставе. Сколько трений по времени? От часа до 2,5. Но так, подвижность не ограничена. Потихоньку начать работать с резиночкой. Дорог не знаешь. Знакомились на Power Weekend. Связь не держит. Ты меня спросишь? Я могу посмотреть программу тренировок. Да и нигде не выкладывать. Так, ну скоро начнем. Да. А по плечу. Заканчивай, до свидания, ребят. По плечу просто плечо потихонечку закачивать, потому что. В итоге при полной подвижности сустава будет толковая работа. Надо мышечную массу. Так, жим до 125, даже плечо сорвалось. Ну, посидеть на процентах ниже 50%, нажимах, увеличить диапазон упражнений. Просто закачивать. Думаю, всем интересно. Даже не первый раз просите, буду стараться. Так, ладненько, пойду приседаю. Еще. Не, альбом. Еще из одной песни. Тёзка, привет из Львова. Львов, привет. Миксы. Сингл, прощай, Пхукет. Качалочка. Да. Всем привет. Ламповый перископ. Что это значит? На 15 лет весна.
можно больше, как можно больше наклонов стоя, гиперэкстензии и статических удержаний. Уютный, атмосферный. Хорошо, спасибо. Так, где она находится? Что? Грыжа, зал, академия. Так, ваши рекомендации по ягодичным девочкам, приседания или... Приседания. Хорошая жопа находится возле самого пола, поэтому приседания глубокие. И пистолетики. Да, теплые. Ой, спасибо, очень приятно. Такие слова добрые говорить. Пистолетики, задница потом отваливается, прям ягодичная причем. Конкретно ягодичная боль после пистолета. Как болящий? А? Болящий как? Дома уже. Уже дома? Да. Так что так. Да, ну что у нас? Все? Все? У нас в зале стоимость абонемента 1500 рублей. Был борода, зато чистая гора. Гора. Спасибо. Научковая, конечно. Кардио тренировка или лучше после? Лучше отдельно тренировку кардио делать. Провинция, ребят, провинция, 1500 рублей. Когда ты начал свою массу набирать, ты говорил, что высоким и худым был. А мастера спорта я выполнял 19 лет, 85, уже с таким ростом. 1,89 до 85. Рывок 130, 100, толчок 165. А в 94 я начал выступать где-то лет 20. Лет 20-24. Так, 2006 это 22, там я уже 98 весил. И где-то лет 27-28 я уже, так сказать, под 115 был вес. Сейчас 103. Так что где-то так. Так. Масса набор шел с 18, получается, до 27. Ну да, где-то так. Вот, кстати, с 85 до 115 у меня ушло на это почти 8 лет. Сколько? 40 минут? Да, иногда и 10 минут для кардио достаточно. Высокой интенсивности. Но это тоже надо сердце готовить. Скажем так, кардио-кардио рознь. Поэтому так прям специальные тренировки кардио, когда как. Иногда побегаем, иногда какой-нибудь комплекс сделаем. Все. Вечер добрый, Дэн. Процессы идут. Спина отваливается. Когда болит спина, не забываем качать пресс, потому что сильная спина всегда должно и сопротивляться сильный пресс, иначе у нас будет перегруз. Лордосом. Так, есть? Да, есть. Так, покачаться. Так, покачаться удовольствие. Да, антагонисты. Вечер, в зале движуха. Потихоньку народ начинает после праздника вся приходить. Что из спортпита посоветуешь? Да посоветую, БЦАшки, ребят, БЦАшки. А конкретные фирмы, ты знаешь, по-моему, все одинаково. Почти все, оно плюс-минус. Но разница несущественная. БЦАшки горстями. Никогда не считал. Вдруг руку насыпал, да закинул, если не забыл. Вылетает постоянно. Так, тело позвонка вылетает постоянно.
Так, ну надо его поставить на место, дать немного покоя и очень-очень аккуратно. Очень аккуратно начинать работу со спиной, восстанавливать скорость где-то не раньше, чем через 3-4 недели, более-менее скоростные тяжелые упражнения начинать давать. А по суставам, большие и малые, по большому счету, да, одно и то же. Сложность сустава не определяет, ну, не является настолько решающим фактором, чтобы сильно изменять какую-то работу, будь то локтевой, плечевой, тазобедренный, все заканчивается. Сбрил на лед суровости, харя мимимичного. Вам спасибо за вопросы. Так, от Лехи Карлова. Алексей, тоже привет. Мануал нужен. Ну, тоже мануальчик рознь. Опять же скажу, что найдете хорошего мануальчика, это подарок судьбы. Потому что хороший мануальчик. Не так просто. Все? Все. Да. Так что так. Так, что мы ищем? Что-нибудь есть еще вопросы? Так, кто-нибудь установить его, чтобы новый ракурс, или тот ракурс оставим. Пусть тренировочка идет в прямом эфире. Блин, что-то у меня ногу сводит. Все, давай, до среды. Так, носишься к остеопатам. Хорошим хорошо относишься. Трения лайф. Самому диск вставлять не рискуйте. Не рискуйте, потому что его можно как вставить, так и переставить. Как укрепить голеностоп. Если он уже восстановился после травмы, это ходьба на носочках, выходы на носки, нестандартные положения ступней, внешняя сторона ступни, внутренняя. Как восстановить спину. Упражнениями на спину, сначала аккуратненькими, без веса, те же наклоны стоя, так называемые good morning, хотя я не люблю это название. Без веса, начинать без веса, а потом потихонечку что-то увеличивать. Так, мышцу сильно сводишь, что делаешь там? Растягивай ее. А если сильно сводит, ну как неистово кричу и матерюсь. Бананы надо есть, чтобы ноги не сводили. Есть такой препарат, как стимол, там цитрулиномалат, очень хорошая штука. Если его подпивать периодически, то судороги меньше проблем. Сейчас больше судороги от того, что ну, давно толком не тренировался. Бьешь по ней, бывает, по всему бью, кто близко подходит, бью, пока мышцы не отпустят. Тема у нас на грудь берет. Ач, кривые ручки. Так, пойду, вспоминаю работу. Сзади человек шмель. Украинский человек шмель. Вон летает. Как прокачать пресс? Качаем пресс, и он прокачивается. Вот это вопрос, даже не знаю, как только он. Чем больше, разнообразнее упражнения. Что для суставчика попить посоветуешь? Это не шмель, это Динамо Киев. Нет, это Таганрог Булава. Регби. Глюкозамин. И холодцы, ребят, холодцы. Лучшее средство, это хорошие такие русские холодцы. Холодец, наваристый, на связочках, на суставчиках. Зерафлекс. Инъекции хондролон или... Хондролон, по-моему. Хондролон в аптеках продается, если вот прям составчики уже болят, воспалились, или гиалурона. Это побольше гиалуроновая кислота. Да, так. Поколоть. Вот хондролон. Да. Хондролон, хондроксид, это мать. Вот хондролон хорошая штука. Прям вот у меня как-то сустав разваливается, прям отпускает с 3-4 мерзи. Нижнюю часть пресса прокачать как? Да это единая мышца, весь пресс. Все, вот, чем длиннее движение, чем амплитуднее, тем больше вы ее зацепите. И за жиротой последите, тогда нижняя часть пресса нам откроется.
Подъемы ног. Подъемы ног хорошо будет грузить. Так. Что мне поделать? Я вот сейчас смотрю в экран. Димексид, новокаин, диклофенак. Да. Все? Все. Так. Так, опа, потихоньку батарейка начинает садиться, 20% осталось. Ну? Соль, вода. Дима, ты когда Дима проходит, играет соль, вода. Какие-то за сегодня уже три раза как я лирок сменил. Да. Нет, только майку сегодня сменил.
Так. Девочки, лайк. Так. Какой? Вот этой? Тынь, тынь. А, два раза я за день тренируюсь. Да, бери, все, я закончу со штангой. А, здесь в зале. Да мне не зарубай. Я тренер, что мне зарубаться. Все. Не тренерское дело это с учениками зарубаться. Хотя иногда зарубаюсь. Воспитываю. Воспитываю ребят иногда. Сколько у нас? Три человека лайкают. О, четвертый. Бирюзовое сердечко пролетело. О, эта девочка вызывает такое количество лайков. Суровый тренер. Бывает. Работает. Так, еще один. Долго, долго. У нас функциональный тренинг. Фу. Телефон 5S Афоня. Девушки, нравится им штанга? Нравится. Это которая на руках ходит, она кандидат мастера спорта по штанге. Что, купаться? Купаться? Можно домой? Да, пожалуйста. Я маме хлеб отнесу и сразу приду. Можно? Спасибо, привет. Омск, привет. Стэтхэм. А, у меня тут только Стэтхэм. Что еще? Не давай ему первый. Ну, шмель опять прилетел. Да. Ну,
не хотят нас вставать на руки. Фу! Начинаем кроссфитеры, фарму. Да. Знаете, как сказать? Но фармакология — это дело каждого. Фарма фарме рознь. И, ну, допустим, на Гераклионе допинг-контроль есть. Тройка дает шмель на фарме. Шмель — это терапевт. Это доктор наш на самом деле. Лобаныч, погремуха. Кроме кроссфита, функциональные тренировки. У нас просто ребята готовятся по разным видам, выступают и в кроссфите, и в тяжелой атлетике, и регбисты, и борцы, и у нас отморозки всякого рода, разные. Терапевт городской больницы. О, нормальные песни, правильно узнаете. На мире. О, блин, на мире. Блин, да это сложно. Там стресс. Сложный вопрос. Как с дыханием во время тренировки? Ну, пока хреновое дыхание. Еще уже вроде выздоровел, но вот после болезни еще дыхание не восстановилось. Как бы дыхаюсь, поэтому так не спеша тренируюсь. Аккуратненько. Удовольствие. Почему бороду сбрил? Да я каждый месяц сбриваю. У меня растет достаточно активно. Не страдаю по этому вопросу. Так, как называется врач, который поможет спортсмену, а не засадит его тем, что он из-за спорта. Да. Умный врач. Это большая проблема. Как улучшить дыхание, кроме бега? Ну как? Бурпи, тренироваться функциональной тренировочкой. Функциональной тренировочкой. Привет, Челябинск. Челябинск, привет. Что без бороды? Что с ней? Где найти такого? О, это уже повезло, не повезло найти. Даже в спортивных диспансерах проблема с такими врачами, на самом деле. Ну что, ребят, потихонечку буду закрывать трансляцию, потому что у меня осталось там меньше 10% на телефоне. А мне все-таки телефон еще нужен. Или позвонить придется, еще что-нибудь. Ну, обязательно будут еще трансляции, будем так тренировочки в прямом эфире включать. Надеюсь. Нравится присутствовать на тренировке. Плечи выключили. Вот эту гибкость. Фу. Все, хлеб подойдет. Да. Так, ну что, ребят, давайте, я думаю, до завтра. Это шмель, пока. О, Приморье, давайте, доброй ночи вам. Все, давайте, всем пока. Всех обнимаю. И